еще одна информация, связанная с интернетом. Появился сайт о военных преступлениях России. Проект получил название «Россия убивает». На нем публикуются фотографии и видео, которые документируют военные действия в Украине, Сирии, Грузии и Чечне. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По мнению политтехнолога Дениса Богуша, основатели сайта используют шок-контент, чтобы люди по всему миру, которых могла обмануть российская пропаганда, начали в ней сомневаться. Проект, в котором будут собраны все доказательства преступлений Российской Федерации, это позитивная тенденция, так считает Богуш. Как считаете вы, что думаете об этом сайте, о котором только что вам рассказала, 2435 и Радио Вести UA, напишите нам. Я думаю, что как раз эта аудитория, если это все дело увидит, и так много, и с документами, то это будет очень сильным убеждающим фактором. И для всех сомневающихся, которые в Европе, они очень эмоционально ранимые, у них же войны там давно нету. Я думаю, что для них тоже это будет очень такое протрезвение мозгов, для понимания, нужны ли санкции, а плохо ли Россия делает там, а вот иллюзии, что это сама Украина виновата, или там Грузия и так далее. Данная ситуация для именно такой аргументации, когда сейчас именно против России санкции и всякие действия, я думаю, что это очень актуальная тема. Наберите, пожалуйста, нас 390-104-6. Как вы думаете, сайт сработает как действительно шок-контент, и люди действительно узнают правду? Или таким образом люди просто начнут бояться еще больше жить? Ну, если вот так можно корректно сформулировать. С мнением Богуша согласен и политолог Александр Полий. Он тоже считает, что это позитивная концепция. По его словам, сайт поможет в раскрытии преступлений, которые совершали российские военные. В информационный век легко найти и свести вместе свидетельства таких преступлений, отметил Полий. Сейчас услышим его, потом вас. Все сделанное и сказанное будет, конечно же, использовано против тех, кто совершил преступление. Другое дело, что необходимо ли объединять Грузию, Чечню, Украину. Возможно, нам следовало бы концентрироваться на, собственно, тех преступлениях, которые совершили, были совершены в Украине. Но, возможно, это, конечно, дело создателей этого сайта. Возможно, они что-то хотят этим подчеркнуть, агрессивность России именно в последнее время, последние десятилетия. Поэтому это, можно сказать, просветительская функция, в том числе не только карательная по отношению к преступникам, но и просветительская по отношению ко всем остальным. Здравствуйте. Добрый день. Вы в эфире, как вас зовут? Светлана, город Киев. Светлана, что думаете об этом сайте? Это очень правильный сайт. Хотя бы для того, чтобы люди, которые в чем-то сомневаются, живя далеко от Украины, могли определиться и могли хоть как-то познать истину. А вы не боитесь, что увидят данные на этом сайте люди с психикой неокрепшие, которые захотят повторить то, что изображено на фотографиях? Я вообще думаю, что такого не должно произойти. Угу. То есть вы думаете, что он сработает целенаправленно? Да. Для я того... в этом случае очень надеюсь на это. Спасибо вам. Итак, что вы пишете по поводу этого сайта? Сейчас несколько сообщений зачитаю. А как будут распространять информацию о существовании этого сайта? Ну, вот, собственно, средства массовой информации об этом сайте и рассказывают. Но, конечно же, тут речь идет в первую очередь, чтобы мир узнавал об этих преступлениях. Поэтому тут уже, конечно, должно работать Министерство информационной политики. Пишет нам Евгений. Правду, конечно, нужно знать. Но масса видео и информации там такого содержания, что нужно, чтобы меньше детей эту информацию видели. Давайте еще примем пару звонков. У нас по-прежнему все линии заняты. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Я хотела вам сказать по поводу выступления предыдущего человека. Пожалуйста. Он говорит «Россия, Россия». Правильно, Россия. Я сама с Донбасса, а родилась в Чечне. И я там пробыла, своих родственников забирала оттуда. Две чеченские войны было, еле-еле вывезла. А теперь он, это Россия моя. Я родилась, считайте, в Советском Союзе, но в Чечне. Боже, вот это выпало на вашу судьбу столько. А? Вот это выпало на вашу судьбу столько, говорю. Вот это сколько выпало, да. Я пенсионерка, живу сейчас в Киеве, как беженка. Когда была у нас в Донбассе, наш город сейчас, конечно, уже под нашим флагом. Но дело в том, что там все равно жить невозможно. Люди никак не переходят. А какой ваш город и где вы сейчас находитесь, скажите, пожалуйста? Я нахожусь в Киеве. В Киеве. А ваш город на Донбассе? А город Лисичанск. Лисичанск. Зовут меня Луганск. Наталья. Луганская область. Луганская область, да. И вот люди выступают, они просто не понимают этого, что действительно это такой страх.
Это именно преступление России. Оттуда. Угу. Да, и это ж ужас, что он делал. А теперь он сюда, в Донбасс, полез. Вот и судьба вам, пожалуйста. Я поняла. Бог ты мой, это держитесь. На сайт я не видела этот, не заходила на этот сайт. Да, конечно, если эти фотографии страшные, надо, чтобы не дети, никто это не... Фотографии там, конечно, ужасные. Ну, собственно, да, как фотографии мертвых тел грудами, они не могут быть радостные. Спасибо вам за этот звонок. Спасибо вам за этот звонок. Конечно, друзья, могут быть разные ресурсы, а они могут быть обо всех преступлениях, но нужно иметь, опять же таки, ресурсы для создания подобного. В Украине мы имеем дело с Россией, и поэтому в первую очередь сделан на этом сайте акцент на преступления в Донбассе. Итак, друзья, я, как и обещала, звонков ваших очень много по этой теме, очень много. И пишет нам также Андрей, что в Луганске есть кладбище на Острой могиле, квартале Южном. За 2 года они расширились от известных событий. Но на табличках указаны только позывные и дата смерти. Кто россияне, кто украинцы, угадать невозможно без эксгумации.